Уважаемые любители ножей и холодного оружия, сегодня кузница «Железные братья» рада представить вам новинку на рынке ножей. Это кортики образца 1945 по 1953 год. Кортик образца Советского Союза с соответствующей символикой на рукоятке. Мы первые в России, кто вывел на рынок ножевой продукции данные кортики образца именно Советского Союза 40-х-50-х годов. Данный кортик собирается по старинной технологии на ножнах. Имеются три клепки. Все соответствует внешне оригиналу на 100%. На кортике с обратной стороны на рукоятке имеется кнопка. Чтобы вытащить кортик из ножен, обязательно нужно нажать кнопку. То есть все на 100%, как на оригинале. Единственное отличие – то, что клинок не каленый, чтобы он не являлся холодным оружием. В период с 1945 по 1953 годы кортики выпускались трех родов войск. Это авиационный кортик, кортик ВМФ военно-морского флота и общевойсковой кортик. На каждом кортике на ножнах присутствует символика определенного рода войск, к которому он относится. Данный кортик будет украшением любой коллекции. Также человеку, который служил в определенных родах войск Советского Союза, это будет как память. Ну и, естественно, украсит любой интерьер.